Всем доброе утро. Сажусь завтракать. Посмотрите, какие у меня сегодня аппетитные бутерброды. И кефир тут совсем чуть-чуть. А у меня тут ржаной хлеб получается, крем-сыр, авокадо, маринованный огурец и кусочек мяса. Это должно быть очень-очень вкусно. Это Даянин завтрак и чай. Сейчас буду смотреть видосики какие-то и завтракать. Так что всем приятного аппетита. Всем привет! Всем привет! Все, Даяну собрала. Сделала ей прическу. Редко делаю прически, потому что она очень сильно активная, и потом все это ломается. Тебе нравится? По-другому и по-другому. Тебе нравится? Да. Да. Аккуратно, аккуратно. Так, а мы знаете, куда собираемся? Куда мы собираемся? В школу. Какую школу? В школу потом, через пару лет. Да, я напомните, раньше не хотела в школу. Сейчас постоянно играет в школу, собирает рюкзак. Вот у меня Милана примерно тоже вот 4-5 начала играть в школу. И потом в итоге любила школу. Я очень надеюсь, что с Даяной тоже не будет никаких проблем. Будем стараться сделать так, чтобы она принимала, любила школу. Не надо ее там обожать, но любить надо, потому что многие дети ненавидят школу. Я тоже ее ненавидела. Но, слава богу, это время закончилось. Так, а куда мы собираемся? Мы сейчас собираемся на массаже. Нам в пятницу звонили. Мне кажется, я не говорила, да? Да, мне кажется, я не говорила. Позвонили, говорят, мы можем вам предложить 5 массажей. Нам надо было как бы 10, но направление работает только на 5. Ну, я думаю, конечно, мы возьмем 5, чем вообще ничего. Но, в принципе, я ей измассировала так, что она почти вот так вот, ну, чуть-чуть осталась. Говорит, дальше уже немножко больновато, и я уже дальше не понимаю, что делать. Так что, в принципе, так-то она уже активно бегает, даже руками иногда махает, приходится ее останавливать. Так что все, с этого дня начнется спокойствие, я думаю, там все будет хорошо. Все, пришлось лицо свое замазать немножко. Уже получше вид, но если без тоналки, просто я монтировала видео вчера или позавчерашнее, не помню. Там вообще страх божий, поэтому я решила, что я буду чуть-чуть замазывать совсем. Потом буду приходить домой просто снимать косметику и больше не буду вам показывать. Потому что еще, наверное, неделю, полторы-две я буду такая пятнистая, вся такая не очень, потому что съела очень много гадостей, прям очень много. Но теперь вот держу себя в руках. Самое главное, что новые больше не выскакивают, уже хорошо. Так что все, мы будем собираться и на выход. Ходили мы на массаже, а в итоге массажи нам не нужны. Ну, как бы она сделает нам все эти 5 массажей, но она сказала, нам нужна длительная реабилитация, но аккуратно, потому что у Даяны уже пошло зажатие. Даяна, стой, иди сюда, ручку давай. У нее зажато плечо, спина, и говорит, там даже 10 массажей не поможет, поэтому надо на реабилитацию записываться. А везде очереди. У нас не так легко попасть. Не знаю, сейчас буду звонить, записываться где-то. Ах, ребятенок, ребятенок. Все, идем домой.
кто угадает, почему Даяна так радуется. Мы идем в торговый центр. Я ее захотела порадовать. Мы уже погуляли. Солнышко исчезло. Идем в магазин. Хочу купить ей цветные волосы накладные. Она их любит. Пойду побалую ее. Так, только аккуратно, зайка. Ой, как мне не нравится сейчас это все. Давай. Опа, пошли за волосами. Нет, пойдем за волосами. Нет, ты в таких штанах тонких, на горке кататься не очень. Заходи. Вот я покупаю вот эти вот. Хочет заходить. Я не хочу заходить. Конечно. Ну и себя чуть-чуть побаловала тоже. Мне в последнее время хочется стол на кухню вот такого цвета. Белый как-то уже поднадоел. Это такой красивый. Решила я, что мне посуды маловато. Захотелось мне купить. Так, тут купили ягоды. Ай, да Яшкины волосы. Красиво, да, ничего не скажу. Волосы красивые эти. Но это реально на раз-два и все. Какая красота. Ну, за такие копейки, ладно, не так жалко, но все равно жалко. Так, вода. И смотрите, что я захотела купить. Кто уже покупал такие чашки, скажите, можно ли в них наливать прям горячий суп? Ну, или там запаривать ролл там, или в микроволновку ставить, потому что тут ничего так не написано, поэтому я не знаю. Короче, мне понравились такие прикольные. Ну, если не загреть, в любом случае, там, картошку тушеную кушать или салатики, творожок. Я, правда, взяла 3. Надо было, наверное, 4. Как всегда, одна разобьется, потом 2 ни туда, ни сюда. Так, и решила купить Даяне в комнату рамочки. У Даяны, как вы заметили, нет вообще ни одной фотографии. Хочу распечатать одну ее фотографию, наверное, на днях сфоткаю или возьму, которую вот недавно была сфоткана красивая. И эту рамочку я хочу сюда единорожку приклеить, которую мы недавно делали. Так что сейчас займусь этим. Вот такой единорожка. Даяна его сама заливала, сама красила. Но когда мы из формы вытаскивали, помните, у него этот рог треснул. Я решила не выбрасывать, потому что как лошадка он не симпатичный. Но согласитесь, да? А вот как единорожка сразу... Совсем очень красиво. Так что сейчас приклею рог и приклею сюда в рамочку. Будет очень даже симпатично. О, кстати, подходит к этому светильнику. А завтра сделаю фотографию и поставлю тоже сюда. Очень хочется мне вот этот цвет. Прям безумно нравится в последнее время. Поэтому понемножку буду интерьер менять. Так вот, да, вот классно. Красиво? Да. А это? Смотрите, как я придумала. Единственное, немножко пошло подальше. Я хотела сюда, но все равно очень красиво. Палку. Ты хочешь палочку еще приклеить? Да, чтобы она... И вот сюда, вот так? Нет, туда не надо. Там будет твоя фотография тут стоять. Короче, теперь у Даяны есть такая красивая полочка. Надеюсь, она туда мячиком не попадет. У меня был вот такой комплект, видите. Надо, кстати, заняться этим будет. Смотри, как можно сделать красиво, видишь? А мы как-то все собирались, так и не сделали. Мама, хочу сердечко. На, сердечко. Где оно тут? Вот, смотри, какое красивое. Покажи свой маникюр. Это сегодня я ей сделала красоту такую.
Красиво, красиво. Мам, ну давай так, ей. Завтра, да. Вот нет, сюда. Нет, нет. Я куплю еще одну рамочку вот и сюда. Дам Даяне на растерзание. А, пускай она ее... Так. Сейчас уронишь. Пускай она ее заклеит, переклеит. Красота. Мам, я хочу вот так. Не дай бог она налепит туда сама что-то. Это будет кошмар. Ладно, все, пошли давай собираться спать. Уже тут поздно, тут. Вечер. Тут, тут, все тут, это тут, буду тут, прятать. Тут, тут, тут. Даяна распутывает свои косички. Зачем ты он такой сделал? Получается? Я хотела завтра утром. Ну ладно. Почему? Так обидно. Собираешь волосы, делаешь красоту, а потом хоп, и нет красоты. Умничка, умничка. Не успел. Так. Опять это. Тут какая-то мошка мелкая летает, мы ее не можем поймать. Такая мелкая, мелкая. Вот она. Об зеркало не хочу ее убивать, потом кляксу эту надо будет отмывать. Потом я свет выключу, на готове стоит. Свет выключу, тогда поймаю ее. Так. Ладно, все. О боже мой, о боже мой. Это я только что съела, ну, пару часов обратно, пару конфет и колу. Жесть, не знаю, надо, наверное, на какой-то аллерген идти сдавать, потому что не от всех сладостей сыпет, но это, конечно, трэш. Все чешется, болит, я еще плюс подавила чуть-чуть. Красотка. У кого так же, девушки? Что вы делаете? Реально вот так вот всю жизнь есть сладости? Это ужасно. И главное, хочется, когда, знаете, когда идет запрет, организму хочется еще больше этого. Несмотря даже на эти прыщи, я все равно не могу остановить себя и не есть, потому что реально иногда хочется. Вот помните, буквально сколько, пару месяцев у меня было чистое лицо, но мне тогда не хотелось всего этого. А сейчас, видать, не знаю, может быть, какой-то недостаток чего-то или что. И мне хочется вот эти сладости есть, пить газировку. Завтра хочу купить минералку, чтобы заменить, потому что в последнее время я заметила, что я хочу газов. У меня раньше никогда такого не было, и я не тот человек, который любит газировки вообще. Я вообще предпочитаю воду, чай, кофе иногда. Сейчас расчешу, подожди. А то они такие у меня были. Пушистенькие, ты как барашек. Спасибо. Спасибо. И вот хочу заменить на газировку. Не знаю, что. Буду покажи что-то меня. Думать, что-то с этим делать. Потому что так ходить, конечно, покажи не на очень. Меня, камера. Давай. Ой, ты красотка. Красотка. Так что все. Okay, прыщ пойдет отдыхать. Всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Пока, Ютуб. Нормально. Вот хорошо не лицо. Застряла нога? Ничего страшного. Опять вывалилась досочка. Надо как-то прибить. Это хорошо, она вот лицом, да, не стукнулась. Да, вот да. Поэтому говорят, по кровати прыгать нельзя. Лучше не надо. И все равно. Я говорю, этому ребенку губу зашили, руку сломала, а потом что у нее там, уздечка была порвана. Ничего ей не работает. Но такие дети. Бывают какая нормальные, а бывают вот такие. Ладно, все. Буду сегодня заканчивать. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Блоги вы пока. Ютуб пока.